Спросите вы, что же это такое? Что за ЗВР? Это Ford Thunderbird 78 года. Мне нравится машина 78 года, ничего не могу поделать. Вот такой вот необычный экземпляр. Немножко ржавенький, но зато смотрите, какой у него роскошный, шикарный салон. Просто сказка. Вот такой вот чудо-автомобиль. На самом деле, купили на аукционе за $500. И сейчас задача очень простая. Вынимаем с него мотор с коробкой. И будем, не знаю, кому нужен Торино без мотора и коробки, обращайтесь. Вот такая вот конструкция. На ходу. Все шелестит, все работает. Состояние писечка. Друзья, а на канале на YouTube вышел новый видос. Отгадайте, про что? Правильно, про то, как мы с Монте-Карлом снимались у Хуниганс и Дага де Мура вместе на двоих. И как это было, но уже изнутри. Так что, ребята, ссылочка здесь. Приятного просмотра и хорошего всем вторника, получается. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Это было все с Тайканом с самого начала, это как бы даже и не обсуждается, но все равно все состоялось, было весело, прикольно, я кайфанул. Вот, а сейчас давайте сделаем с вами, друзья, розыгрыш так.